К спорту. Лига Европы все ближе. Подготовка «Шерифа» идет активно. Тренировки каждый день плюс товарищеские матчи. В спарринге тираспольчан вмешалась пандемия. Украинский клуб «Балканы» в Тирасполь приехать не сможет. Вместо него битва в молдавском «Классика» против «Зимбру». Еще один герой Лиги чемпионской кампании остался в истории «Шерифа». Чудо-пушку Коловаса в ворота загребского «Динамо» фаны будут вспоминать еще долго. Тогда желто-черные уверенно разгромили хорватов 3-0, а наших заговорила Европа. Такой подвиг Колова смог бы повторить и в Лиге Европы с Брагой. Не получится. В ближайшее время грек без еврокубков. Из Тирасполя он переехал в Изимит. Местная команда Коджаэлиспор борется за выживание во второй лиге Турции. До еврокубков далеко, только если по телевизору смотреть за матчем «Шерифа» и «Браги». Брага перед матчем с «Шерифом» тоже потеряла несколько лидеров. Защитник Рауль Сильва, полузащитник Галена и нападающий Марио Гонзалес. Крутых новичков не предвидится, зато у «Шерифа» их аж 6. Один заколотил первый гол в ворота в сезоне Святому Георгию. Игрок на просмотре. Другой забивал голы командам Юрия Вернидуба. Это Габи Кики. 3 года назад он выступал в белорусском чемпионате, а главный тренер «Шерифа» управлял солигорским «Шахтером». Тогда Габи и приглянулся украинскому наставнику. У игрока уже есть еврокубковый опыт, плюс камерунский защитник знает русский язык. Мой агент предложил продолжить карьеру в Тирасполе, я с удовольствием согласился. Я знаю Юрия Николаевича Вернидуба еще по играм в чемпионате Белоруссии. Знаю, как он работает, знаю, что он всегда стремится достигать серьезных результатов со своими командами. Плюс «Шериф» в прошлом сезоне выдал яркую и сильную игру в Лиге чемпионов. Это 2 важных фактора, которые мотивировали меня присоединиться к команде. Заменит ли Кики в защите Арбаледу или Костанцу, скоро увидим. Чтобы попасть в основу, проявить себя нужно сразу. Сыграть в Лиге Европы смогут только 3 новичка, таковы правила УЕФА. Последний срок до заявки сегодня, и все, состав укомплектован. В этот список может попасть албанец Реги Лушия. Это самое последнее приобретение «Шерифа». Сегодня объявили о трансфере. Завтра спарринг с украинскими «Балканами» мог бы пройти на крытой арене «Шерифа». Гости приехать не смогли. Вместо них товарняк с оппонентом хорошо известным. Результат матча с «Зимбру» фаны узнают только из соцсетей клуба. Игра состоится 3 февраля в 14:00, а уже 17-го на главной арене матч против португальской «Браги».